Так, всем привет. Вот, ребята, как говорится, заварил я одну сторону, вот, полностью обварил, вот. Так, вот теперь будем прилаживать вторую сторону. Так, вот все выглядит. Там я внизу сплошным швом заварил, и тут как вырежут, тоже так же. А вот, ребят, смотрите, какой девайс, как вы все привыкли говорить, девайс. Вот это девайс. Вот, поняли? Такой девайс. Он регулируется и крутишь, вертишь. О, какой. Привезли мне такой инструмент. Вот. И будем им что делать? Догадались, да? Алюминий у меня здесь будет. Здесь вот алюминий, да? Ребра жесткости я им накатаю. Это будет ребра жесткости. Вот тут он прижимается, регулируется. Вот. Вот. Такой вот старинный девайс. О, ни у кого такого нет, кто делает борт поворот. А это дополнительные большие выгибать. Вот. Но это для другого он был сделан. А я решил вот им. Вот этот уходит сюда, вот, регулируется лист, край или дальше, к середине. Вот. Все тут пока. Сегодня чуть долго провозился с этой, думал быстро. А получилось долго. Вот отверстие вырезал. Для чего оно нужно? Потом увидите. Так, ну все.